Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года, 4.2 бензин. На нем мы заменим сегодня правый актуатор на включение переднего моста. Когда вот менял колодки, в предыдущем видео там есть такой снимок, я показывал, не снимок, видео короткое, показывал, где привод входит в поддон двигателя. Так как передний мост проходит через именно поддон двигателя. С правой стороны стоит актуатор, который включает у нас этот передний мост. Сейчас я покажу. Заказали передний актуатор. Вот он, его номер. 600-115 фирмы Dorman. Чем хорош фирмы Dorman? Он уже проверенный, откатанный. И он идет в сборе. В оригинале он в сборе не идет. Он идет весь подетально, разобранный. И там получается вообще, если его собирать, золотой. Вот такая вот штука. Вот этот актуатор у нас разбило. Вот там на видео видно. Я еще покажу сейчас, когда сниму колесо, подниму машину. Вот этот сальник, его уже там нет. Вот эта муфта наружная, как говорится, корпус сальника, он уже расклепан и развальцован. Вот сюда прикручивается соленоид, моторчик включения переднего моста. Он такой углом идет, я его тоже покажу, новый заказали. Его приводом набило, уже экспериментировать не стали, пойдет он, не пойдет, его заказали тоже новый, но он оригинальный. И будем устанавливать и тот, и тот. Вот такая вот штука, вот такая конструкция, она получается идет внутри, здесь есть вилка, двигается шестерня, сюда вал от редуктора идет, а сюда привод, внутренняя граната втыкается. И вот это соединение, здесь эта вилка соединяет, получается, вал с приводом. Вот такое вот включение переднего моста. Кстати, оно используется очень на многих американцах, не только на шевролетах. Ну что, поднимаем автомобиль, снимаем колесо, и там уже будет видно, что нам делать дальше. Приступаем. Ну что, открутим колесо, снимаем. И вот я хочу показать, что мы будем делать. Вот он, привод, все набито и разбито. Вон он, и соленоид, который у него корпус разбило, и вот этот весь механизм, все также набило внутреннюю гранату, поэтому внутренняя граната отдельно здесь не идет, она идет с приводом в сборе. Заказали привод и будем целиком его менять. Снимаем цапфу, снимаем привод, снимаем актуатор этот. Разбираем, все разбираем и добираемся. Ну что, откручиваем гайку привода. Здесь гайка в американском размере. Размер ее на 35. Но на 35 у меня головки нету. У меня есть на 36 шестигранная каленая ударная. Поэтому откручивать буду ей. Так же, как и везде, вставляем отвертку в тормозной диск в охлаждение. И откручиваем гайку. Я ее предварительно сорвал. Вот таким образом открутим гайку привода. Затем мы откручиваем нижнюю шаровую, откручиваем верхнюю шаровую, датчик отключим, отсоединим, тормозной шланг отсоединим здесь. И открутим тягу рулевую здесь. Вилка здесь нам позволяет. Она получается с одной стороны. Вот такая идет.
Поэтому привод у нас спокойненько выйдет. Снимем просто целиком цапфу. Хотя ее даже сейчас снизу. Да, мы снимем целиком цапфу и все. Суппорт мы открутим, вот здесь вот эти болты, и уберем суппорт в сторону, подвесим его, чтобы он нам не мешал. Продолжаем. Вот разъединил разъем АБС. Датчик здесь идет в ступицу прямо, поэтому снимать мы его будем целиком. Разъединил вот этот разъем, который держит провод. Здесь получается, вот она, фиксирующая вовнутрь, заталкивается сбоку под дело отверткой и опустил вниз. Также здесь просто отверткой поддел вот этот флажок, выскочил. Вот здесь немножко помучился, залипло грязью разъем. Разъем снимается вот с этой планки, он крепится на корпусе. Снял фиксатор вот с этого флажка. Вот с этого флажка здесь идет пластиковый фиксатор. Вот этот флажок нажимается, вот он двигается. Залил его силиконовой смазкой и снял. Снял целый, все, целый поставим. Также открутил, получается, головка на рулевом пальце. Здесь на 21 открутил, и здесь достаточно, я думаю, 2-3 хлестких удара. О, она и так отошла, пока показывал. Так, ну вот. Палец у нас не болтается, но слабенький. Здесь хорошо, есть тавотница снизу. Мы его прошприцуем. Наконечник тоже не болтается. Теперь мы откручим вот эти два болта, которые крепят тормозной шланг к цапфе. Здесь головочка на 10. Откручиваем их и откручиваем суппорт. Открутил оба болта. Вот он верхний. И вот он нижний болт. Здесь получается болты на 18. И теперь мы можем снимать суппорт. Суппорт мы подвяжем вот сюда. Снимаем суппорт. Не тот болт открутил. Открутил один болт, получается, крепление подшипника. Наш суппорт. Он у нас вот так вот висит, он нам мешать не будет. Теперь мы можем спокойно снять тормозной диск. Подшипник у нас здесь, вот он, интегрированный идет. Датчик АБС не в подшипник входит, он, вот он, прикручен в подшипник здесь битой. Ну ладно, мы уже его отключили, поэтому мы его
снимем целиком с цапфой. Сейчас мы откручиваем верхнюю шаровую. Здесь у нас гайка на 15. И откручиваем нижнюю шаровую. Нижняя шаровая у нас гайка на 24, по-моему. Вроде на 24. Открутим ее. И уже мы сможем спокойно снять цапфу. Привод у нас, как и положено, не двигается. Приржавел. Снимем, смажем, почистим. Так, ну что, откручиваем шаровые. Ну что, гайку вот эту ослабил, а верхнюю гайку ослабил. Сейчас мы берем молоток, ослабляем внизу, вот здесь вот, чтобы он у нас отошел. Все, низ у нас отошел. Также берем, снимаем болт. И теперь ослабляем вверх. Все, вверх у нас отошел. Привод я расшевелил. Теперь мы откручиваем нижнюю гайку. Приподнимаем цапфу. Все, разобрали. Разобрали. Теперь смотрим наш вот этот сюрприз. Сюрприз. Вот так вот подсвечу его. Надо снизу монтажкой помогать. Сейчас поднимаем, снимаем поддон и монтажкой выдергиваем из зацепления. А так вот оно, видите, как шевелится внутренняя граната. Все это вот ходит. Снизу открутил защиту четырьмя болтами. Головка на 13 крепится. И поддел монтажкой привод. Вот он наш привод. Видите, все посадочное место разбило. Поэтому мы ставить его не будем. Также порезала пыльник. Ну, оставим его. Пусть у хозяина лежит. Мало ли, в голодный год. Он сдаст его на металлолом. Так. Шутка. Смотрите, все там разбито, вообще все разбито, но что радует, что целый вал, потому что вал отдельно стоит тоже больших денег. Вот такие вот дела. А что, сейчас мы берем, откручиваем болты, вот эти, которые крепят там, похоже, на 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 болтов. Мы их откручиваем. Но для этого нам надо снять и соленоид, вот этот моторчик включения. Потому что один болт находится за ним. Сам соленоид крепится болтами на 8, по-моему. Сейчас проверю. Да, на 8. Откручиваем его, снимаем
снимаем разъем с него и откручиваем уже сам актуатор. Дело в том, что стуков не было, а так все разбито. Это хорошо, что его не вырвало ничего, потому что дел бы наделало еще больше. Продолжаем. Открутил болты, снимаем их. И снимаем сам актуатор. Здесь он у нас располовинился, потому что открутил все болты не надо было откручивать. Есть болты, которые крепежные к корпусу, а есть болты, которые его крепят с двух половин. Ладно, продолжаем. Снимаем вторую половину. Просто в грязи окислился, сидел плотно. Вот он, наш актуатор. Ну здорово, здорово и замечательно. Сейчас чистим посадочное, смазываем его силиконом и ставим новый актуатор. Этот актуатор сейчас покажу. Вот он, какой северный олень. Вот вилка, про которую я говорил, вилка включения. Вот шестерня, которая его включает в зацепление, вводит. Здесь уже все разбито. Вот они, куски металлические. Это получается, что-то еще здесь размолотило. Что-то, вот они, запчасти. Непонятно, что там еще за запчасти. Ладно, это все равно на выкидон. Здесь был подшипник, здесь был сальник, здесь была втулка. Этого ничего нету. Берем новый, устанавливаем новый. Вот он, наш новый актуатор. Все, спокойненько зашел и спокойненько встал, когда все почищено. Берем болты, устанавливаем и затягиваем. Сейчас затянем его. Здесь вот на соленоид, на моторчик включения, новые болты. Сразу их сниму. Поставим новые. И сам соленоид, сейчас я его покажу. Соленоид у нас вот он. Номер 124-71-631. Оригинальный ЖМовский. Вот такой вот. Все, его и установим. И будет здесь все новенькое. И будет ходить. И будет еще работать, сколько и работало. А что произошло, непонятно.
Так, затягиваем. Здесь на затяжку болты подлиннее идут, а которые вот эти вот 4 болта, это которые крепежные болты с двух половин крепят. Ну все, затянул актуатор. Теперь устанавливаем на место соленоид. Мы сразу подключим разъем. Здесь вот так вот он, чтобы потом нам не лезть, защелкивается. И вот здесь у него есть вот такой вот фиксатор, фиксирует, чтобы он не расщелкнулся. И устанавливаю. Болты эти родные поставим, которые новые шли. Затягиваем. Все, соленоид я затянул. Сейчас устанавливаем новый привод. Новый привод сейчас покажу. Новый привод такой же у нас фирмы Кордон. Номер привода у нас получается 230-256. Весь запечатанный. Вот такой вот привод. Еще раз с номером посмотрю. А, это не тот номер. Номер по кордону 661-345. Передний привод. С Санкт-Петербурга заказали. Пришел. Так, устанавливаем. Там у нас все смазано. Смазки там предостаточно. Сразу в новом было. Поэтому мы берем гранату. Здесь у нас стопор. Аккуратненько заводим в сальник, чтобы не повредить. Покручивая, заводим в шлицевую. Все, привод мы установили. Теперь мы берем и ставим на место ЦАПФУ. Дело в том, что у нас, наверное, еще предстоит с ним работа. Шаровая стукает, хотя сейчас холодно на улице. И верхние сайлентблоки убиты. Все там, рычаг болтается. Рычаг ходит. Ну что, берем, смазываем литолом
лицевую на приводе. И ставим цапфу. Берем, заводим на шаровую. Заводим привод. Все, нижнюю шаровую мы наживили, привод у нас встал. Теперь одеваем верхнюю шаровую. И наживляем болт. Так, ну что? В том же процессе, как разбирали, продолжаем сборку, наживляем гайку. Новую гайку я не стал ставить, она меньше, вот такая вот, поэтому я поставил вот эту родную, она фрезбе подходит, все нормально. Затягиваем нижнюю шаровую, верхнюю шаровую. Гайку мы пока не затягиваем, пока рулевую тягу не поставим и не поставим тормозной диск. Когда поставим тормозной диск, поставим суппорт, потом мы уже затянем эту гайку. Так, вешаем на место тормозной диск. Здесь получается вот так вот. Должны быть фиксирующие винты. Нету ни того, ни того. Теперь вешаем на место суппорт. Наживляем оба болта. Здесь, который болт я открутил на подшипник, я его затянул. Шаг резьбы какой. Все, затягиваем болты здесь на 18. Теперь мы закручиваем кронштейн крепления тормозного шланга, бросаем на место провод от датчика АБС и ставим рулевую тягу. Продолжаем. Ну все, проводку я подключил, развел, шланг закрепил, здесь в клипсах все закрепил, разъем закрепил и вот этот стопор серый вставил. Теперь берем
рулевую тягу вставляем на место и затягиваем ее. Все, тягу рулевую закрутили, зашплинтовали. Теперь затягиваем гайку привода. Для этого мы также отверткой через тормозной диск сверху фиксируем. И затягиваем. Все, привод мы затянули. Все, у нас все прикручено. Шаровую мы затянули. Нижнюю шаровую затянули. Рулевую тягу затянули. Привод затянули. Суппорт затянули. Шланг затянули. И проводку с датчика АБС мы поставили. Снимаем провод, на который мы вешали суппорт, и устанавливаем колесо. Вот он, наш новый привод, новый актуатор. Все стоит, все красиво. Всего вам доброго.